кресель на дороге есть, и потом по хребту Психака. Вот этот хребет Психака проходит самая длинная в мире 6-километровая канатная дорога 3С. Вот видите, она вот, если просмотрите, вот так идет. И вот там заканчивается Кремниевой поляной, поднимается чуть ниже, на высоту 1660 метров над уровнем моря, и там будут открываться деревья на панорамах. Посмотрите, как над ущельем. Вот так вот чуть-чуть зелень, не особо видно. И эта канатная дорога 6 километров держится всего на